Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Воскресенье. Пришла проведать свой огород. У нас тут такой ураган был. Да и сегодня вот тоже ветер сильный. Ну, слава богу, хоть дождь прекратился, быстренько пришла. Листья вроде все на месте. Хотя, естественно, весной, смотрите, сколько у меня листьев. Придется это все подметать. Но, тем не менее, вот общая часть, вот эта подушка все-таки, она на месте. Вот, друзья, я так и знала, что дождем это все прибьет, и листья никуда не денутся. Так, вот моя турецкая клубничка, смотрите, как воспряла, которую я из Стамбула привозила. Думаю, что не помёрзнет, и дай бог, конечно. Так как у них все-таки сорта, я думаю, предназначены более к теплой погоде. Ну, посмотрим, в общем. Моя тоже, я ее тут подстригала, надо будет еще раз подстричь вот эти все красные листья, а может и так оставлю. В общем, будем наблюдать, друзья. Вот, опять затопила. Это моя зеленуха, которую я тут маленько почистила уже свои ряды. Вот видите, затопила меня. Сейчас лучок соберу на салатик. Господи, да, у Кристины тоже тут все. Также почистила тут немного вот за тепличкой сорняки. И, как всегда, пойдем посмотрим температуру в теплице. Так, горох пока что-то не это. А вот видите, его ответ ветром еще тут и листья нанесло. Ну, вообще будет шикарно. А вот здесь, смотрите-ка, друзья, только сейчас заметила, у меня сдуло листья. Видать, слой бы был, как сказать, не такой большой. Или земля, видите, она так высоко, и бортики. Вон, это как раз там, где у меня высеяны семена моркови и свеклы. Ну, надо будет еще донести. Сейчас уже, кстати, листьев-то особо и не найти. У меня во дворе все уже убрали. Приходил специально этот Гартнер у нас приезжает на машине и все погрузил. Ну, посмотрю сейчас. Или вот это сейчас подмету и на место верну. Они уже как раз тут размокли. Видите? Вот, друзья, так. Ну что? Тут хоть солнышко с этой стороны, смотрите, проглядывается. Зайдем в теплицу. Я 2 дня не была в огороде. Ух ты! Томатик-то еще пока живой. Господи, бедолага. О, упал плодик. Так, я его тут прикопаю. Так, сейчас тут пусть падает, падает сам. Вот. И на следующий год, может, тут у меня что-то и вылезет. Видите, уже он сам опадает. Вот. Да, друзья, так до декабря дотянет томат. Смотрите-ка, вот те, что завязали кисточки, они еще растут. Даже цветочки есть. О, смотрите, ничего себе. Вот это томатик. Черная богиня от партнер. Вот, даже цветет. Вот и завязался тут, смотрите. Так, температура. Вот, друзья, видно вам. Сидираты уже перегнивают, смотрю, потихоньку начали. О, лучок какой здесь хороший. Сейчас заберу на салатик. Ну и тут, я думаю, навряд ли уже много нарастет. Ну, пусть будет. Вообще не буду ни перерубать, ничего не трогать. Вот так-то. Пусть до весны так здесь и будет. Вот, друзья, моя тепличка. А пришла я, друзья, чтобы забрать свои причиндалы для домашнего огорода. У меня там много всего. Надо уже потихоньку переносить. Хотя в квартире не особо место, но, тем не менее, уже на балконе буду складывать потихоньку. Так, сейчас закрою. Господи. Вот. Да. Здесь листья
держатся. А вот тут, конечно, хотя и слой вроде не маленький был. Я так думаю, что вот как раз с этой грядки по всему огороду и разнесло. Ну вот хорошо тут заодно еще и вот и горох листья замульчируют. А сейчас я это подмету быстренько и опять в грядке. Вот. Видать, природа не хочет, чтобы там, где я высаживала семена, мульчировать листьями. В общем, видели, погода, в принципе, как по температуре, не холодно у нас. Вот. Просто ветер. А очень такая приятная, как сказать, погода. И для растений, конечно, не очень. Вот смотрите, у меня тут даже смородина тут начала почки свои гнать. Господи, сейчас сфокусирую. Вот смотрите, друзья. Ничего хорошего, конечно, в этом нет. А это у меня смородинку вообще как-то наклонило. Надо будет... Вот, смотрите, плавает. Ой, ну да. А это крыжовник хотела отдать соседу, что-то он не забирает. Ну, значит, весной пусть выкапывает. Так как я вам говорила, что здесь хочу посадить еще кустики смородины. Вот на штампе новые. Но это уже весной сделаю. Не холодно, но сыро. Так можно сказать. У меня там опять все залило. Так, физалис убирать пока не буду. Потом обрежу его вот до сюда. И в этом горшке поставлю в тепличку. Хоть она и не греет, но тем не менее все равно. По крайней мере, не перемерзнет. Вот, друзья, у меня тут так все плачевно выглядит. Все летало. Опять все в листьях тут, в воде. Ну, пока чистить ничего не буду. В общем, сейчас заберу все свои причиндалы и пойду домой. Вот, друзья, показала вам вкратце свой огород. Как выглядит. Сегодня воскресенье. Никого на дачах нет. В огородах, вернее. А на сегодня все. Ставьте лайки, пишите комментарии. А мы с вами увидимся в следующем видео. Желаю всем хорошего дня.